Я снова на прогулке и хочу показать вам один интересный дом. Здесь на улице висит картина, написанная маслом. Посмотрите, вот так вот. Такая прелесть. Я всегда прохожу и любуюсь. Очень, как всегда, все аккуратно. Вы мне пишете, интересно смотреть. Все чистенько, все аккуратненько. Действительно, все чисто и все аккуратно. Дворы ухоженные. Вот сейчас иду, слышу, у кого-то фонтанчик журчит, водичка, видимо, льется в саду. Здесь, в Германии, придают большое значение облагораживанию сада, приусадебного участка перед домом, чтобы все было красиво, аккуратно, ухоженно. А я всегда хожу и смотрю, где какие цветочки, где какие листочки, чтобы сделать красивые фотографии. Для носков еще всегда какой-то интересный ракурс, чтобы вас вдохновить. Кстати, очень многие из вас написали, что я вдохновила вас на вязание носков. Это классно, это здорово. Эти мы хорошие. Ну. Это здорово, это замечательно. Я очень рада. Мне, кстати, даже очень многие писали, что тоже никогда не вязали носки, но глядя на мои носочки, на мастер-класс, как-то вдохновились, потому что очень многих тоже вдохновила Ирина, но так как у нее вязание меджи-клуб, а многие, ну, не любят этим методом вязать, потому что, ну, не то, что не любят, просто вот, ну, неудобно, некомфортно. Вот если я привыкла вязать на 5 спицах, мне, конечно, так более удобнее, я быстрее даже свяжу. Конечно, я могу переучиться и научиться вязать меджи-клуб, естественно, но на это же время уйдет. А время терять не хочется, поэтому почему не вязать на 5 спицах старым бабушкиным методом, если это получается. Поэтому, если вы тоже вяжете на 5 спицах, пожалуйста, вяжите с удовольствием по моему мастер-классу. И у вас тоже получатся прекрасные, красивые носки. Кстати, цвет, вариации цвета можно менять как угодно. У меня столько идей, я заказала себе пряжу новую, неоновую и пинг. Представляете, вот хочу именно вот с таким цветом связать носочки. Яркие такие, красивые, особенные. Какие-то такие, знаете, не то чтобы даже особенные, а просто, ну вот, может быть, даже таких и нет, а у меня будут. Это мой завтрак. Вы, кстати, задавали мне вопрос, Алена, потому что я очень часто показываю в своих завтраках творог. Ну, там с фруктами, такой вот легкий, вкусный завтрак. И кто-то меня спросил, Алена, это всегда ваш завтрак или нет? Нет, это не всегда мой завтрак, но очень часто. Но иногда я позволяю себе и вот такие завтраки. Кто-то, кстати, тоже меня спрашивал, ем ли я хлеб. Конечно, я ем хлеб, я его очень люблю, но почему-то последнее время я очень люблю хлеб темный и с семенами. Ну вот, например, на данный момент у меня с семенами подсолнечника, да? Еще очень люблю с семенами тыквы, с отрубями, ну, в общем, с льняным семенем. Ну, то есть, разный хлеб, ну, такой более темный. Вот у меня сейчас немножечко масла сливочного и копченая рыбка. Здесь у меня авокадо, вот забыла посолить, надо посолить. И немного яблок. Вот, иногда бывает завтрак, не знаю, разный бывает. Иногда бывает, помидорки себе порежу, там, допустим, тоже какой-то бутербродик. А очень люблю масло с сыром. Вот очень люблю. Колбасу как-то не очень, а вот сыр люблю. Ну и там разные овощи, там огурец или помидор. Люблю также соленое. Вот, сейчас какой план у меня? Погодка у нас немножечко налаживается, хотя, видите, вон все равно тучки у нас. Но никак, никак не хочет весна приходить к нам. Нет, она, наверное, хочет, а зима никак ее не пускает, скажем так. Всем привет, друзья! Посмотрите, какая у нас замечательная погодка сегодня. У нас воскресенье. Мы едем на обед к родителям. Прекрасная погода. Робби, сколько у нас градусов? 17 градусов. Ну, машина на солнце стояла, да. Ну, пусть, ладно, 13 градусов. Ну, очень тепло, очень комфортно. Я со своим процессом в дороге продолжаю вязать носочки. Вы,
Вы, кстати, меня спрашивали, теперь все время буду я вязать носочки? Нет, конечно, это у меня просто такие отдыхалочки. Вот сейчас мы едем в машине, как бы большое изделие с собой брать, ну, некомфортно вязать. А вот что-то маленькое, чтобы просто время не терять, вот можно и повязать. Или у свекрови, мы там будем сидеть, пока она кофе готовит, пока мы общаемся. Тоже носочки, поэтому у меня они в процессах между, скажем так. Поэтому они у меня, ну, между основными процессами, скажем так. И у меня будет теперь комбинация. Вы видели, да, мои фотографии? Желтая, красная. Теперь комбинация будет вот с таким молочным цветом. По другим моим процессам я продвигаюсь по кукурузке. Я все-таки передумала делать его длинный. Будет он у меня более укороченный, более такой современный. Вот. И... потом в следующем видео вам покажу мои и другие процессы. А сегодня будем просто отдыхать, пойдем в гости, посмотрим, что приготовила мама Робби вкусненького. Да? Вот, мы пришли. Уже нас ждут, дверь открыли. Устали. Устали. Халё! Мама с папой готовят. Алло, алло. Папа уже нарезал салатик здесь. Мелко-мелко, только он так умеет. Никто так не умеет. Сегодня суп с лапшой. Сухарики. Мама поджарила. Сухарики очень вкусные. Мясо. И всем приятного аппетита. Сегодня картофельные клёцки и индейка под соусом и салат с капустой. Едем домой, пообедали, посидели, пообщались. И вот посмотрите, что я уже связала. Вот столько я связала. Это будут не носки, это будут такие более высокие гольфы. И вот уже сколько у меня провязано за это время. Мне очень нравится. Дело к вечеру, а у меня уже готов носочек. Даже это не носочек, это такой... наполовину гольфик я связала для себя. Мне очень понравился результат. Здесь я немножечко изменила. Я набрала 60 петель. Достаточно свободно набирала обычным способом. И потом после резинки просто петли сократила до 50. Связала такой носочек. Это, в общем-то, мой размер. Вот 35-36. И теперь дело, конечно, видите, вот этот вот я связала подлиннее у меня получился. Вот так вот. И теперь, конечно, дело будет за вторым носочком у меня. А еще у меня много новой пряжи, много разного интересного я получила. Но об этом я уже расскажу вам в своем следующем видео и покажу все подробно. Я понимаю, конечно, что тема носочки не всем интересна, поэтому я создала на своем канале плейлист «Носков много не бывает». И все, что будет касаться носков, носочной темы, пряжи, спиц и так далее, моих новых каких-то проектов, моих новых продвижений, это будет все в отдельных видео. То есть процессы будут в одних видео, обычные процессы. А там, где будут носки, я всегда буду в названиях писать «носки», чтобы вы уже знали. Хотите вы смотреть это видео или вы хотите посмотреть какое-то другое видео. Ну вот, в общем-то, день уже заканчивается. Я начну вязать второй носочек. Еще, может быть, с Домиником прогуляемся. И на этом все. Всем хорошего вечера и пока-пока. Мы с Домиником вышли на вечернюю прогулочку. Всем привет. У нас на башне время 8 часов вечера. И на улице еще достаточно. Ой, что же я говорю 8-то? На башне-то 9. 9 часов вечера у нас на башне. И еще достаточно светло у нас. Ну, уже, конечно, смеркается. Видите, уже фонари включились. 8 часов включаются фонари. Как тепло на улице.